переходим на резервные позывные. Переходим на резервные позывные. Полиция, мы требуем сдаться. Ваши требования. 1 миллион евро и бронированную машину. Значит, мы сегодня провели, повторюсь, тактические учения, учебная тревога по операции «Гром», по операции «Сирена», по операции «Заложник». Слаженные действия, слаженность разных подразделений при возникновении внештатных ситуаций. По проведенным учениям могу сказать, что заложник освобожден, был огневой контакт, один из преступников ранен по легенде. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, работает следственно-оперативная усиленная группа, работает взрывотехническое управление, отработали кинологи. Как из позитива могу отметить, что все восприняли нормально, все начальники управления, гвардия, патрульная, корт. Поэтому в следующий раз мы будем проводить учения максимально приближенные к боевым, с использованием светошумовых пиротехнических устройств. Все согласно штатному расписанию.